сожалению, твоя поэма нам абсолютно не подходит. Мы заказали тебе антирелигиозную пропагандистскую вещь. Дайте нарзану. Нарзана нету. Пиво есть? Пиво привезу только вечером. А что есть? Есть абрикосовое, только теплое. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Дело не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что ты в своей поэме должен был показать, что он как личность вовсе не существовал на свете. Что? Знаешь, фу ты, черт, у меня сейчас от жары чуть было удар не сделался. Даже что-то вроде галлюцинации было. Сейчас. Ага. Нет ни одной восточной религии, в которой бы непорочная дева не произвела на свет Бога. И христиане, не придумав ничего нового, создали Иисуса, которого на самом деле не существовало. И тебе надо было вместо... Извините меня, пожалуйста, что я, не будучи знаком, позволяю себе. Но предмет вашей беседы настолько интересен, что я... Разрешите присесть. Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете. Вы не ослышались, именно это я и говорил. Ай, как интересно. А вы соглашались с вашим собеседником? На все 100. Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще не верите в Бога. Клянусь, я никому не скажу. Да, мы не верим в Бога. Но об этом можно говорить свободно. Но позвольте вас спросить... Как же быть с доказательствами бытия Божия, коих, как известно, существует ровно 5? Увы. Согласитесь, что в области разума никаких доказательств существования Бога быть не может. Браво! Браво! Вы полностью подтвердили мысль беспокойного старика Эммануила по этому поводу. Но вот в чем конфуз. Он начисто разрушил все 5 доказательств, а потом, как бы в насмешку над собой, соорудил собственное 6-е доказательство. Доказательство пока-то неубедительно. Недаром Шиллер говорил, что рассуждения подобного рода могут удовлетворить только рабов. Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года этак на 3 в столовки. Иван. Иван? Именно, ему там самое место. Ведь говорил я ему тогда за завтраком, вы, профессор, воля ваша что-то нескладное придумали. Оно может и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут. Канту за завтраком? Но отправить его в Соловки невозможно. По той причине, что он уже слишком 100 лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем Соловки. И извлечь его оттуда никаким образом нельзя, уверяю вас. А жаль. И мне жаль. Но вот какой вопрос меня беспокоит. Если Бога нет, то кто же, спрашивается, управляет всей жизнью человеческой и вообще всем распорядком на земле? А сам человек и управляет. Виноват. Для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план. Ну, хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, скажем, лет эдак в 1000. А человек не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день. Вот возьмет друг, поскользнется и попадет под трамвай. Вы курить хотите, как я вижу. Вы какие предпочитаете? А у вас разные, что ли, есть? Какие предпочитаете? Ну, нашу марку. Наша марка.
в аудиторию. Да, человек смерть. Но плохо то, что он внезапно смертен. Он даже не может знать, что с ним произойдет сегодняшним вечером. Ну, сегодняшний вечер неизвестен. Само собой, разумеется, если мне на бронный на голову свалится кирпич, и... Кирпич ни с того ни с сего никогда никому на голову не свалится. В частности, уверяю вас, вам он ни в коем случае не угрожает. Вы умрете другой смертью. Может быть, вы знаете, какой? И скажете мне? Охотно. Меркурий в втором доме. Луна ушла. 6:07 Вам отрежут голову. Интересно, кто? Враги? Интервенты? Нет, русская женщина, комсомолка. Комсомолка? Почему? У меня сегодня вечером заседание в Массолите. Почему? Потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло. И не просто купила, но уже и разлила. Так что заседание не состоится. Простите, а при чем здесь подсолнечное масло? И какая Аннушка? А подсолнечное масло здесь вот при чем. Вам, гражданин, никогда не приходилось бывать в лечебнице для душевнобольных? Иван, Иван. Бывал, бывал, и не раз бывал. Где я только не бывал. Жаль, что я только не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения. Так что вы у него сами узнаете, Иван Николаевич. А откуда это вы знаете, как меня зовут? Помилуйте, кто же это вас не знает, Иван Николаевич? Поэт, ударник. Я извиняюсь. Вы не можете подождать минуточку? Мне, товарищи, нужно пару слов сказать. С удовольствием. Здесь так хорошо, под липами. К тому же я никуда не спешу. Но вот что, Миша, это никакой не интурист, а иностранный шпион. Это русский мигрант, перебравшийся к нам. Спрашиваю у него документы, это уйдет. Извините меня, пожалуйста, что я в пылу нашего спора забыл представить себя вам. Вот моя визитная карточка, паспорт и приглашение приехать в Москву для консультации. Вы в качестве консультанта приглашены к нам, профессор? Да, консультанта. Вы немец? Я-то? Пожалуй, немец. А какая у вас специальность? Я специалист по черной магии. Имейте в виду, что Иисус существовал. Но требуются же какие-нибудь доказательства. Да никаких доказательств не требуется. Все просто. В белом плаще, с кровавым подбоем. Так это ты хотел в Варшалаиме царствовать? Добрый человек, поверь мне. Ты меня называешь добрым человеком, ты ошибаешься. В Варшалаиме про меня шепчут, что я свирепое чудовище. Кентурион Марко Рисабойо. Объясни преступнику, как надо со мной разговаривать. Только не калечь. Римского прокуратора называть гегемоном. Других слов не говорить. Смирно стоять, ты понял меня? Или тебя ударить еще раз? Я понял тебя. Не бей меня. Имя? Иешуа. Прозвище есть? Каноций. Откуда родом? Из города Гамалы. Зачем же ты хотел разрушить здание храма и подбивал народ к этому? Я добрый. Я егемон никогда не собирался разрушить здание храма. И не подговаривал на это бессмысленное действие. Записано верно. Подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют люди. Эти добрые люди, Егемон, ничему не учились. И испутали все, что я говорил. Правда, ходит со мной один человек с козлиным пергаментом. И постоянно пишет. Кто это? Левий Матвей. Он был сборщиком податей. Поначалу он отнесся ко мне враждебно. Но потом, выслушав меня, постепенно смягчился. С тех пор он стал моим спутником. А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре?
Я сказал, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Так сказал, чтобы было понятно. Зачем же ты смущал народ на базаре и говорил об истине, о которой ты не имеешь представления? Что есть истина? Истина? Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова. И болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не можешь не только смотреть на меня, но тебе даже больно говорить со мной. Сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Такую истину я могу сообщить. Но мучение твое сейчас кончится, и голова пройдет. Советовал бы тебе и Гимон оставить на время дворец и погулять где-нибудь в окрестностях. А я с удовольствием бы сопровождал тебя и охотно бы поделился своими мыслями. Развяжите ему руки. Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить или поджечь, или каким-либо иным способом уничтожить храм? Я никого не призывал к подобным действиям. Разве я похож на слабоумного? О да, ты не похож на слабоумного. Тогда ты должен поклясться, что не делал этого. Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? Хотя бы твоей жизнью. Ею клясться самое время, так как она висит на волоске. Знай это. Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, Гимон? Если это так, ты очень ошибаешься. Я могу перерезать этот волосок. И в этом ты ошибаешься. Согласись, что перерезать волосок может лишь тот, кто подвесил. А теперь скажи, ты всем говоришь, добрый человек? Да. Злых людей нет на свете. Впервые слышу об этом. В какой-нибудь из греческих книг ты прочел про это? Нет. Я своим умом дошел до этого. И ты проповедуешь это? Да. Кентурион Марк, прозванный крысобоем. Он добрый? О да, просто он очень несчастный человек. С тех пор, как германец изуродовал его в бою, при Деставизе он стал жесток и черст. Ты когда-нибудь встречал Марка? Нет, я никогда его не встречал. Но если бы с ним поговорить, я уверен, что он круто изменился бы. Не думаю. Смертный приговор Иешуа Ганоцци вынесен малым Синедрионом, я не утверждаю. Если все о нем... Нет, к сожалению. Оскорбление его величества кесаря. Доносчик. Лучший сыщик Каифы в Иерусалиме, Иуда Искариафа. Знаешь ли ты некоего Иуду из Кириафа? И что именно ты говорил ему, если говорил о кесаре? Дело было так. Позавчера вечером возле ворот храма я познакомился с одним молодым человеком. Он пригласил меня в свой дом. Добрый человек! О да, очень добрый, любознательный человек. Он выказал величайший интерес к моим мыслям.
светильники зажег? Да. И попросил меня высказаться о государственной власти. И что же ты ответил? В числе прочего я говорил о том, что всякая власть является насилием над людьми. Что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо другой власти. И человек перейдет в царство истины и справедливости. Где не надобно будет никакая власть. На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной власти для людей, чем власть императора Тиберия! И не тебе, преступник, безумный, рассуждать об этом. Крысобой, выведи конвой с балкона. Оставьте меня одного. Это государственное дело. У меня, Егемон, есть предчувствие, что с Иудой случится несчастье. И мне его очень жаль. Ты себя лучше побереги, чем Иуду. Он добрый человек. Да? И настанет царство истины. Настанет, Егемон. Оно никогда не настанет! Никогда! Ненавистный Эршалаим! Решо Ганоцри, веришь ли ты в каких-нибудь богов? Бог один. В него я верю. Тогда помолись ему. Крепко помолись. Впрочем, это уже не поможет. Жены нет? Нет, я один. О, ненавистный город! Если б тебя зарезали перед свиданием с Иудой, было бы лучше. А ты бы отпустил меня, Егемон. Я вижу, что меня хотят убить. Неужели ты думаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Егемон! Молчи. Молчи. Ко мне! Императора утверждаю смертный приговор преступнику Иошуа Ганоции. Уведите его. Во-первых, преступника Дисмоса Геста, вздумавшие подбивать народ на бунт против кесаря, с боем взятой римской властью. Варраван же и Ганоции, схвачены местной властью, осуждены Синедрионом. Но согласно закону и обычаю, одного из этих двух последних нужно будет отпустить на свободу в честь наступающего сегодня великого праздника Пасхи. Итак, кого Синедрион намерен освободить? Варравана или Ганоция? Синедрион просит отпустить Варравана. Признаюсь, этот ответ меня удивил. Боюсь, нет ли здесь недоразумения. Здесь налицо явная ошибка. Если Ганоцри, этот явно сумасшедший человек, виновен только в произнесении нелепых речей, то... Варраван отягощен гораздо значительнее. Синедрион внимательно ознакомился с делом. И вторично сообщает, что намерен освободить Варравана. Он позволил себе прямые призывы к мятежу и убил стража. И в третий раз мы сообщаем, что просим за Варравана. Как? Даже после моего ходатайства?
ходатайство того, в лице которого говорит римская власть? Но разве должность наместника несменяема? Хорошо. Да будет так. Честно мне. Честно. Сегодня душно. Где-то идет гроза. Это не от того, что душно, от того, что тесно мне с тобой, Каифа, стало. Побереги себя, первосвященник. Не мир, нет, не мир принес нам обольститель народа в Иерусалим. И ты, всадник, прекрасно это понимаешь. Ты хотел его выпустить за тем, чтобы он смутил народ? Над верой он надругался и подвел нас под римские мечи? Но я, первосвященник иудейский, покуда жив, не дам над верою надругаться и защищу народ. Да, кстати, Каифа, агентура, я слышал, у тебя очень хороша. Особенно молоденький сыщик Иуда из Кириафа. Ты его береги, он полезный. Другого найдем. Именем кесаря императора! Ура! 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 Четверо преступников, арестованных в Иерусалиме за убийство, подстрекательство к мятежу, оскорбление закона и веры, приговорены к позорной казни, повешению на столбах. И эта казнь сейчас вершится на Лысой горе. Имена преступников: Дисмос, Гестас, Варраван, Ганоций. Но одному из осужденных в честь праздника Пасхи великодушный кесарь-император возвращает его презренную жизнь. Имя того, кто на ваших глазах сейчас будет отпущен на свободу, рассказ совершенно интересен, профессор. Но, к сожалению, совершенно не совпадает с евангельскими рассказами. Помилуйте. Обижать извольте. Смешно даже говорить о Евангелиях, если я вам рассказал. Нет. Ну так вы бы взяли и сами написали Евангелие. Блестящая мысль. Она не приходила мне в голову. Евангелие от меня. Никто не может подтвердить то, что вы рассказали. О, это может кто подтвердить. Дело в том, что я лично присутствовал при всем этом. Только тайно, инкогнито, так сказать. Вы сколько времени в Москве? Я тотчас, вот сию минуту приехал в Москву. А вы один или с супругой? Один, один. Всегда один. А где же ваши вещи? Где вы остановились? Да нигде. А где же вы будете жить? В вашей квартире. Мне очень приятно. Боюсь, вам там будет неудобно. А в метрополе чудесные номера. И дьявола тоже нет? И дьявола? Иван, молчи. Да нет никакого дьявола! Вот наказание. И бросьте вы психовать. Нет, это уж положительно интересно. Что ж это у вас? Чего не хватит, ничего нет? Нет. А вы, Иван Николаевич, здорово верите в Христа. О, началась черная магия. Необходимо быть последовательным. Будьте добры, наступите ногой на этот портрет.
Но просто странно. Да не желаю я. Боитесь? И не думаю. Боитесь? Помилуйте, профессор. Ни в какого Христа он не верит. Но нелепо, по-детски нелепо доказывать свое неверие таким способом. Тогда незачем был трепаться, что атеист, богоборец. Как же ты хочешь мужикам проповедовать? Какой ты пропагандист? Интеллигент ты несчастный. Вот ты кто. Кто? Я интеллигент! Я интеллигент! Ну так вот же! Стойте! 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 После моего Евангелия, после того, что я рассказал вам о Иешуа, Михаил Александрович, неужто вы не остановите юного безумца? А вы слышали? Я честно рассказал! Да? Остановите его, вы старший. Как это все глупо, глупо! Не поощрять его, не останавливать я не буду. Ну так вот! Вот! Ну вот, все в порядке. И дочь ночи Мойра доплела свою нить. Успокойтесь, профессор. Вы сейчас посидите здесь, с товарищем бездомным. А я сбегаю только на угол. Звякну по телефону. Позвоните? Да. Ну что ж, позвоните. На прощание, умоляю вас, поверьте хоть то, что дьявол существует. На это имеется седьмое доказательство. Самое надежное. Хорошо. Михаил Александрович, не прикажете ли я велю дать телеграмму вашему дяде Ухыев? Про дядю-то он, подлец, откуда знает? Отыщите, гражданин, сюда, пожалуйста, прямо и выйдите куда надо. С вас бы за указание на четверть литра поправиться бывшему регенту. Позвольте, заседание не состоится, потому что Аннушка разлила подсолнечное масло, а голову Берлиозу отрежет комсомолка! Где профессор? Сознавайтесь, кто вы такой? Не понимаете русский говорить. По-русски не понимаешь, да? Они не понимают! Не понимают! Не притворяйтесь! Вы только что прекрасно говорили по-русски! Вы не немец и не профессор! Вы убийца и шпион! Документы! Гражданин! Вы что это волнуете, индуриста? За это с вас строжайшим взыщется! Гражданин! Помогите задержать преступника! Вы обязаны это сделать! Преступника? Вот его! Если это преступник, первым долгом следует кричать «Караул!» А то он уйдет! И давайте вместе разом! И... Караул! Ты что ж с ним заодно, да? Я? А? Ты что? Нет, ты что? Я что, глумишься надо мной, а? Ты что? С дороги! Уйди с дороги! Подожди, ты же ему тебе... Нарочно под ногами вертишься, да? Да я тебя сейчас лично предам в руки милиции! Ах ты! Ой! Стой! Черт!
Годами нельзя. Годами нельзя. Брысь! Брысь, а то милицию позову! Здесь, в Кремле, укрылась нечистая сила! Вот куда здесь! Пусти, пусти! Да вы что, с ним заодно? Черт, есть так хочется? Уже, между прочим, 11 часов, а Берлиоза все нет и нет. Состоится, наконец, когда-нибудь это проклятое заседание. Хлопец, наверное, на Клязьме застрял. Позвольте, но заседание назначено на 10. А сейчас хорошо на Клязьме. Теперь уж, наверное, соловьи поют. Вот-вот. Третий год вкладываю денежки, чтобы больную базедовой болезнью жену отправить в этот рай. Да что-то не видно ничего в волнах. Это уж кому как повезет, коллега. Мы все писатели, а дачи достаются генералам от литературы. Латунскому, например. Дело не в этом. А дело в том, что уже половина 12-го. Алло, алло, Прилыгина? Дача Берлиоза? Ах, Лавровича. А Берлиозы у вас нет? Нет. А позвонить он не может. Значит, они там на даче отдыхают, а мы тут с голоду помираем. Значит так, я пошел в ресторан. Обедать. Здесь нет. Ха, готово дело, белая горячка. Как же его милиция-то пропустила по улицам в таком виде? Дважды хотели задержать, а я махнул через забор, и вот видите, щеку и задрал. Братья по литературе, слушайте меня все. Он появился. Ловите его немедленно, иначе он натворит неописуемых бед. Кто появился? Консультант. И этот консультант сейчас на Патриарших. Убил Мишу Берлиоза! Виноват, виноват! Скажите, как это убил? Кто убил? Иностранный консультант! Профессор и шпион! А как его фамилия? То-то фамилия! Помню только первую букву. Вагнер, Винтер, Вайнер! Вульф! Дура! При чем здесь Вульф? Никакой Вульф такого не натворит! Оба! Я так не вспомню! Ваши сограждане, звоните немедленно в ГПУ! Пусть срочно пришлют 5 мотоциклетов с пулеметами профессора ловить, а я пока обыщу Грибоедова. Я чую, что он здесь. С дороги, Арамей! Уйди! Это здесь! Видите, что он в подстальниках? Да ведь, Арчибальд Арчибальдович, как же я могу их не допустить, если они член басолита? Товарищ бездомный, успокойтесь. Мы прекрасно понимаем, что вы расстроены смертью всеми нами любимого Миши Берлиоза. Ты понимаешь ли, что нужно поймать профессора? Иван Николаевич! Кретин! Иван Николаевич, помилуйте! Нет уж, кого-кого, а тебя я не помилую! А такие швейцары в ресторане даром не нужны. Ты он церковь! Сторожем поступи! Потеряй букетный, милиционера, допрос, протокол, машину! Психиатрическую! Свисти! Отпустите! Отпустите! Отпустите!
Интеллигенция вшивая! Кому руки ловите, пролетарскому поэту, да! Пусть... Пусть... Сволочи! Арамеи продажные! Троцкисты! Сволочи! Гады! Вот, доктор, известный поэт Иван Бездомный. Ха, вот, видите ли, мы опасаемся, не белая ли горячка. Но. Не кусается? Пока нет. Сильно пил? Нет, выпивал, но не так, чтобы уж. Ну, а тараканов, крыс, чертиков, шмыгающих собак не ловил? Нет, доктор, ну, вчера был у него, сегодня утром совершенно был здоров. Ну, а почему в кальсонах? Что, с постели взяли? Да нет, он в таком виде в ресторан явился. А почему ссадина? Что, да, дрался? Нет, он с забор упал. Ну, там в ресторане еще ударил одного, еще кое-кого. Ну, в общем... Так. Здравствуйте. Здорово, вредитель. Сколько вам лет? Да пошли вы все к чертям от меня в самом деле. А почему вы сердитесь? Я ведь ничего неприятного вам не сказал. Мне 23 года! Я подам на вас всех жалобу! А на тебя в особенности, гнида! Позвольте вас спросить, на что же вы будете жаловаться? А на то, что меня, здорового человека, схватили и силой приволокли в сумасшедший дом! Это не сумасшедший дом, Эмонсипе. Садитесь. Вы находитесь в клинике, дорогой мой, где вас никто не станет задерживать, если не будет надобности на то. Ха! Слава тебе, Господи! Наконец-то! Нашелся один нормальный среди идиотов, из которых первый балбес и бездарность Сашка! Так, такой Сашка. А вот он, кто бездарность. Вот, Рюхин! Вы посмотрите на его постную физиономию и сличитесь с теми стишками, которые он написал к первому числу. Взрейтесь, да развейтесь! А вы загляните к нему внутрь, что он там думает, вы ахнете! Скажите, пожалуйста, почему вы пришли в ресторан в одном нижнем белье? Пошел я на Москварик купаться. Так. Ну и попятили мою одежонку. Пришлось идти так, потому как спешил. В ресторан, Грибоедову. Ну, ресторан так называется. А почему вы спешили? Что, было какое-нибудь важное дело? Консультанта я ловлю. Вы Берлиоза знаете? Знаю, композитор. Да какой композитор? Извините. Ну да, композитор, но композитор это однофамилец Миши Берлиоза. Председатель Массолита Берлиоза сегодня вечером сдавил на патриарших. Не ври, что не знаешь! Он его нарочно под трамвай пристроил. Толкнул. Так он там толкнул! Такому и толкать не надо. Он заранее знал, что Берлиоз попадет под трамвай. А кроме вас никто не видел этого консультанта? В том-то и дело, что нет. Только я и Берлиоз. А вы приняли какие-нибудь меры, чтобы поймать этого убийцу? Взял я на кухне свечечку. Вот эту? Вот эту самую. А иконка зачем? Да, иконка. А вот, из-за иконки-то больше всего испугались. В общем, так, понимаете, он консультант этот, будем говорить прямо, да? С нечистой силой знается. Его просто так не возьмешь, да-с? Знается. Факт бесповоротный. Так. Лично с Понтием Пилатом разговаривал. Нечего, нечего на меня так смотреть, верно говорю. Все было. И балкон, и пальмы. Был, словом, у Понтия Пилата. Я за это ручаюсь. Ну тяну. Да. Ну вот. Пришпилил я иконку и побежал. Два часа. А я тут с вами разговорился. Извините, где у вас телефон? Пропустите к телефону. Милиция! Милиция! Товарищ дежурный, срочно пришлите 5 мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта. Заезжайте со мной, я поеду с вами.
Говорит поэт бездомный из сумасшедшего дома. Как ваш адрес? Карла Маркса, 13. Алло? Алло, милиция! Алло! Безобразие! До свидания. Пропустите. Пропустите же! Куда же вы пойдете? На ночь глядя, в нижнем белье. Вы себя плохо чувствуете. Останьтесь у нас. Ах так? Ну тогда прощайте. Так вот вы какие стеклышки у себя тут завели. Бандиты! Сволочи! Красавец! Пусти! Пусти, гад! Ванну, 117-ю палату отдельную и к нему пост. Доктор, скажите, а что, действительно так серьезно? О, да. Да, 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 да. А что это такое? Ну, двигательное, речевое такое возбуждение, понимаете? Сложный, сложный случай. Шизофрения, очевидно, скорее всего. Ну и... алкоголизм. Ну и очень даже хорошо. Сами же и поплатитесь. Я предупредил. Груня! Груня Пирамидона! Миша! Миша Берлиоз! Ты-то хоть дома? Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович. Что вам угодно? 11. И ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения. Ибо вы сказали мне, чтобы я был у вас в 10. Вот и я. Извините, скажите, пожалуйста, вашу фамилию. Как? Вы фамилию мою забыли? Откровенно сказать, вчера я немножко... Дорогой Степан Богданович, никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу. Лечить подобное подобным. Единственное, что вернет вас в жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской. А вы? С удовольствием. Ну вы что же, закусываете? Благодарствуйте. Я не закусываю никогда. Надеюсь, что теперь вы вспомнили мою фамилию? Нет. Однако я чувствую, что после водки вы пили еще портвейн. Ну разве можно это делать? Профессор черной магии Воланд. Напомню, что вчера я приехал из-за границы в Москву и подписал с вами, как с директором Варьете, контракт на 7 выступлений. За 35 тысяч рублей. И получил у вашего финдиректора Римского 10 тысяч авансом. Под контракт и подпись вашу и Римского. Дверь открыла мне ваша домработница Груня. Она сказала мне, что соседа вашего Михаила Берлиоза нет дома, и что если я хочу видеть вас, чтобы я сам прошел к вам в спальню. Но, увидев такое обстоятельство, я, естественно, послал Груню в ближайший гастроном за водкой и закуской и в аптеку за льдом. Позвольте с вами рассчитаться. Какой вздор! Тогда позвольте, я ненадолго, на минуту вас покину. Груня!
Груня! Груня! Господи! Берлиоза, что ли, арестовали? Алло, Римский? Это я, Лиходеев. У меня артист Молот. Сейчас буду. Груня, какой тут кот у нас шляется? Откуда он? Еще кто-то с ним. Я вижу, вы удивлены, дрожайший Степан Богданович. А между тем удивляться нечем. Это моя свита. А свита требует места. Так что кое-кто здесь у нас в квартире лишний. И я думаю, что этот лишний. Вы. Они вообще в последнее время жутко свинячут. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами. И машину зря гоняет казенную. Да я вообще не понимаю, как он попал в директора. Из него такой же директор, как из меня архиерей. Ты не похож на архиерея, Зазала. Вот я о том и говорю. А позвольте мессиру выкинуть его ко всем чертям из Москвы. Умоляю, скажите, какой это город? Однако. Вон обрался. Я не пьян. Я болен. Алло, со мной что-то случилось, я болен. Скажите, какой это город? Где я? Какой город? Ялта. Ялта? Ой. Ариалда? Вон она. Вон, конечно. Ариалда!